Привет, друзья! Для чего же я вас сегодня собрал? Сегодня у меня радостная новость. У меня наконец-то приехал мой Gypsy CineLog 35-й перформанс. Давненько я его ждал, только сегодня выложил пост, что, короче, я устал от своего Bumblebee. И вот пришел у меня этот CineLog. Ну, я, наверное, рассказывать не буду, да, что там, какие изменения. Так, в основном у него увеличена мощность, VTX, там какие-то злые моторы стоят, облегченный вес, там рама какая-то другая. Ну, обо всем это вы можете узнать там, в каких-нибудь там, мануалах или еще что-нибудь. А сейчас, да, кстати, где мы находимся? Я сегодня сижу на кухне у себя, потому что я только что приехал с почты, на радостях сразу же решил показать распаковочку. Так, в общих чертах, ничего заурядного. Почему здесь? Потому что у меня супруга еще ничего не знает. И у них пока с мелким тихий час. Ну вот, распаковочка. Что мы тут имеем? Сам CineLog. Запечатанный, кстати, как раз его смотрю. И он прям выглядит круто. Круто выглядит. Что у нас еще в коробке? Type-C кабель. Море-море всяких ништяков. Ох ты, а вот это я даже не знаю, что такое. Это пульт для камеры. Слушайте, ни в одном обзоре я не видел, что показали вот эту кнопочку, пульт для управления камерой. Кстати, это аналоговый дрон. Я заказал аналоговую версию. Что у нас тут еще? Запасные пропы. Ну и куча-куча макулатуры и наклеек. Маунт под GoPro. Он мне не пригодится, потому что у меня 8 Action. Ладно, давайте будем распаковывать, потому что у нас не так много времени. Очень хочется сегодня его запустить. Кстати, это версия ELRS 2.4 я взял, но аналог. Ну, вот такой вот дрончик. Вот такой он красивый здесь. Вот, кстати, вот эти антенки, я знал, что он придет мне вот с такой вот антенночкой. Не такой, какой я привык там, на прикручивающиеся штуки, не помню, как она называется. А на трубочке. Трубочка, мне кажется, как-то ненадежно выглядит. Буль-буль-буль-буль. Ну и все, теперь мы плавненько, сейчас для вас это пролетит как мгновение, для меня, наверное, пройдет часа 3-4. Ну и все, перемещаемся. Короче, друзья, час или два часа мы мучились. Сначала подключаем один дрон, биндим по фразе, биндится, второй отбиндивается. Мучились, а потом до нас допеткало, что один дрон у нас подключается без батареи, это CineLog. Bumblebee у меня подключается с батареей. Короче, с горем пополам. По идее, ничего сложного как бы нет, но вот единственное, когда ничего не знаешь, да еще и... То есть, когда ничего не помнишь, еще и не знаешь, то получается сумбур, поэтому вот прям записывать все, что как мы делали, это бы был полный трэш. Поэтому посмотрите лучше профильных там каких-нибудь блогеров, у которых все это есть. Итак, мы забиндились. Теперь у меня работают оба дрона. И Bumblebee мой работает, и CineLog работает, он лежит. Теперь мы заряжаем батареи. Завтра едем в офигенное место, где мы... Я сначала отлетаю на своем Bumblebee, и потом полетаю на CineLog. И будет интересно, место очень красивое. Смотрите дальше. Ну все, друзья, привет, мы приехали. Место называется Уральский Марс. Мы ехали 100 с чем-то километров, это что-то около полутора часов. Приехали в такое шикарное место. Это какой-то там, какой-то карьер, не знаю, что здесь делали, но виды здесь прям нереальные. Дует ветер, не знаю, как мы будем тестить квад. Ну, будем что-то, наверное, как-то пробовать, потому что полетать хочется. Не зря же мы ехали столько времени. Супруга пошла с ребенком сейчас разведывать. Ну и все. Все по порядку. Поехали. Ох ты, как бодро. Да.
что хотел сказать. Офигенно он летает. Вот даже ветер такой, сдувание ему, вот такое, как было на Bumblebee, никак вообще не грозит. То есть я комфортно летал, да, порыв меня, конечно, иногда там подхватывал, но квад настолько мощный. Я не знаю, как насчет обычного там Синелога 35-го, я его не юзал. И когда вышел перформанс, я решил, что я возьму его сразу, потому что все характеристики там были намного лучше. Так что сравнить мне не с чем. Сравниваю со своим первым дроном Bumblebee. Теперь, как я полагаю, Bumblebee либо продастся, либо будет висеть на стенке. Вот. Если кому, кстати, надо, у меня две рамы еще запасные есть в Bumblebee. Отдам все. И вот так вот. Ну что, тесты сделал. Я надеюсь, сейчас вы все это посмотрите. Вы, наверное, уже посмотрели. Ну ладно, неважно. Ну и все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, там, пишите комментарии. С удовольствием пообщаюсь. Ну и колокольчик тоже не забывайте. Все, всем пока.